Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами двумя новыми кранами. Они по типу похожи на ZenCoin. Вот такой Zen Faucet. Я собираю здесь благополучно монетку. У меня уже прилично монеток собрано. Вот 0.62 монетки у меня уже на сумму 4.56. Вот. И вот эти два крана, они один в один похожи на этот кран. Значит, первый Global High, как-то так называется. Здесь мы Zencash будем собирать. Сбор один раз в 20 часов. Не 24 часа, а раз в 20 часов. Регистрация здесь наипростейшая. Прописываете имя, email адрес, два раза пароль и регистрируемся. В обязательном порядке нужно подтвердить адрес электронной почты. Вам на почту придет письмо, подтверждаете. Я вот только вот зарегистрировалась. Адрес на вот этот кран и вот второй кран. Здесь опять вот этот монетка, вот Zen, и здесь еще PVX. Адреса можно на эти краны брать с биржи Binance. Но дело в том, что я установила себе кошелек на компьютер. Вот я устанавливала вот этот компьютер вот посередине. Если кто захочет себе установить, я не пошла на биржу. Ну, кошелек есть кошелек, правильно. А вот эти мы пробовали установить, у нас не получилось. Получилось вот посерединке, чтобы, ну так, для заметки, если кому надо. Так, ну давайте перейдем в первый кран вот сюда. Начнем, что у нас здесь. Регистрацию я вам сказала. Также за ежедневное посещение крана нам будет идти награда. Также вот здесь будет у нас награда. Вот такая. Надо сначала собрать сколько там. 1, 2, 3, 4, 5 дней посетить. Потом уже будет вот такая вот награда нам здесь. До 0.1 монетки нам мы можем получить. Но прежде чем собирать монетку, нам нужно прописать свой адрес. Вот здесь нажимаем награды. Я ничего не прописывала. Сейчас вам покажу свой кошелек. Он полностью с нуля. Значит, помимо вот этих наград, нам предлагают использовать, чтобы мы использовали этот кран на браузере Brave. Я эти два крана потом уже все перенесу. Здесь как бы хотя бы русский язык есть, чтобы вначале показать. И я привязала Google аккаунт. Мне плюс электронная почта, аккаунт, еще аккаунт, еще аккаунт. И вот мне еще плюс будет 1.9x, как бы бонуса. И еще я перейду вот на браузер Brave, мне еще плюс 20% дополнительных наград Faucet при использовании браузера Brave. Ну вот это я после все делаю. И я привязала вот эти все соцсети, друзья. Вот на этом кране. Вот. И здесь, смотрите, вкладочка «Добавить адрес кошелька». Мы его кликаем, появляется вот такое окошко. Значит, теперь я иду на свой установленный кошелек. Вот такой вот кошелек я себе установила. Видим, да? Здесь все по нулям. И вот здесь на главной страничке, как бы вот у меня в кошельке, показано, сколько стоит Zencash, $59.20. А вот это PVX стоит у меня, в общем, один кошелек на две монетки. 0.44. Я считаю, это неплохо. Теперь нажимаю валет. Так, валет. Кликаем. И мне нужно получить сент. Это отправить мне вот Zencash. Кликаю сюда. И вот мой адрес. Копи. Копировать. Скопировала. Перехожу на кран. И сюда вставляю свой адрес кошелька. И нажимаю сохранить.
Я не знаю, как долго идут монетки. Мне, например, вот на этот кошелек, ну, по-разному. Бывает сразу, бывает в районе часа приходит. Все, я установила свой кошелек. Теперь иду вот сюда. И будем собирать теперь монетку. Здесь тоже можно вот скачать бесплатно кошелек Zencash. Гидранты. Подтверждаем. Запрос. Все, не забудьте заявить о себе. Ну вот как бы, да. Так, скачать Браво, вот, но он у меня есть. И продолжить без бонуса. Это я уже после сделаю. Я как бы залогинюсь и получу монетки. И вот у меня браузера нету, как бы, да. А так бы я получила больше монет. Ну, ничего страшного, как бы. Бонус в социальных сетях. Вот у меня дали. Далее пойдем теперь по вкладочкам. Награды я вам показала. Мой счет. Настройки. Здесь посмотрите направление. Наша реферальная ссылочка. Вот видите, у меня одна звездочка загорелась. И через 5 дней я получу награду. Вот это у меня будет гореть. Ну, не знаю, у меня вот там синим горит, как здесь. Будет, не знаю, посмотрим. Так, награда, мой счет, что у нас тут? История претензий. Вот у меня первая история. Моя. И здесь я будет. Здесь, друзья, у нас инструкция. Нас перебрасывают на страничку и в обязательном порядке где все прочесть. Где все подробно расписано, описано и как бы. И что еще? Ну и языки. Кликаем сюда и выбираем нам нужный нам язык. Переходим во второй теперь. Так, это не туда попало. Значит, второй кран. Здесь опять Zencash и PVX. Здесь тоже, я уже сказала, я вот посередине вот этот кошелек я установила. Далее переходим. Мои награды. И что у нас здесь? Здесь я ничего не привязала. Здесь еще у них не настроено вот это связать свою учетную запись, как бы Facebook, Twitter и LinkedIn. Это здесь ничего пока не настроено. Мне никак не связать. Так бы я тоже все это сделала. Теперь я опять вставляю вот этот адрес Zencash с этого же кошелька. Вот. Zencash. Скопировала. Можно закрыть. Так. Запуталась в браузер своих. Сюда вставляю Zen адрес. И так, сообщить мне будет готово. Так, пожалуйста, добавьте адрес выше, чтобы снять вашу награду. Здесь скачать Zen. Не надо так. Не знаю, надо, наверное, галочка. Сохранить. Я сохранила. Варзен будет автоматически отправлена по указанному адресу. Вы можете удалить, изменить адрес, как бы, ну, посмотрим, удалять или нет. Теперь мне надо вот этот адрес добавить. Я теперь иду опять в кошелек, нажимаю PVX. Вот PVX. Опять вот на зеленую вкладочку на свою. И у меня здесь кошелек, адрес кошелька. Опять я его копирую, перехожу сюда, вставляю, нажимаю на вкладочку «Сохранить изменения». Все, я добавила адрес кошелька. Теперь перехожу на сам кран. Не туда я нажала. Сюда, наверное. И буду получать монетку теперь. Сначала вот эту монетку я получу. Опять разгадываем капчу, кликаем. Ну, на рекламу.
Как не вовремя. Сейчас я ее закрою. Да. Ой-ой-ой, как долго она мне грузит. Прошу прощения. Сейчас ее закрою. Так, разгадываем капчу, пропускаем. Так, пешеходы. Подтверждаем. Запрос. Так, ну вот, вот у меня нет пока браво. Без бонуса. И вот мне начислили монеток. Вот. Вернитесь 20, через 20 часов. Теперь я иду сюда, PVX. Также я разгадываю, кликаю и разгадываю капчу. Запрос без бонуса. Так. Ну и все. Вот, вы заработали вот такое количество. Я там даже как-то не посмотрела. Вот. Вознаграждение мое. Так, собрала. Ну и здесь все то же самое. Мои рефералы находятся. Партнерская ссылочка. Вот партнерская ссылочка. Можно нажать скопировать. Как бы она скопируется. Вот скопирован. И что у нас? Тут 4 уровня. 5, 3, 2 и 1%. Так. Далее здесь инструкция. Опять же, обязательно это все прочесть. Здесь все подробно написано. Кто захочет присоединиться. Так. И обратите внимание, вот у меня тоже звездочка загорелась. Далее инструкция. Мой счет. Вот здесь моя история. И вот я собрала Zen и PVX. Вот. Я сегодня смотрела видео, мой пригласитель здесь настройки показывал вывод. Кран, друзья, платит, у меня нет сомнений. В следующем видео я вам всем покажу свои выплаты. Вы видите, что у меня кошелек все с нуля. Как долго пойдет этот вывод, я не знаю. Я пока кошелек не буду закрывать. А вот, смотрите. Ух ты, вот PVX. У меня по нулям. Вот мои монетки, они прибыли. Так. А внизу вот USD стоит. Ага, confirm. Я не знаю, что это такое. Давайте Zencash посмотрим. И прибыли мои монетки Zencash. Все замечательно. Ну и все, теперь можно кошелек этот закрыть. И до завтра. Как видим, кран платит. Все в режиме онлайн я вам показала. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Я сегодня же сейчас просто выйду из кабинета, из одного, из другого. И просто зайду по логину, ну не по логину, по электронной почте и паролю. Вот браузер Браво, вот он у меня включен. И буду уже получать в полную как бы мощь вознаграждение. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.